В Карагандинской области тоже начался сезон острых вирусных инфекций. С начала месяца в регионе заболело свыше 3500 человек. Больше половины из них – дети. Санврачи на этом фоне объявили о старте вакцинации против гриппа. Однако тревогу бить рано, уверены специалисты. К тому же заболевших этой осенью меньше, чем в прошлом году. Хотя большая часть – это несовершеннолетние. Медики просят родителей при первых симптомах обращаться за помощью к специалистам. В больницах сейчас много малышей с пневмонией и другими последствиями ОРВИ. Санэпидемиологи напоминают о самых простых правилах. Это как можно чаще мыть руки с мылом, избегать мест скопления людей и использовать антисептики. Но главный борец с вирусами – это вакцинация. Люди из социально уязвимых групп могут получить прививку бесплатно. Если вы чувствуете, что вы больны, недомогание, вот имеется у вас катаральное явление, не ходите в общественные места, вызывайте врача на дом. Но основной мерой профилактики, как у нас, это является вакцинация. Подъем обычно заболеваемости у ОРВИ всегда у нас вот конец декабря, начало января месяца. Поэтому впереди еще возможен и рост заболеваемости.